На пункт связи части поступило сообщение о загорании частного дома по адресу улица Танкистов, дом 55. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание двух частных домов. Создалась угроза распространения также на соседние частные дома и нежилые постройки. В результате пожара площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. На месте пожара был организован подвоз воды. К тушению были привлечены 6 единиц основной техники, 43 человека личный состав.